Компьютерные томографы, которые закупили для больниц во время пандемии, останутся на местах. Оптимизация коснется только пустующих отделений и коек. Об этом ТСВ рассказала министр здравоохранения Кристина Албул. Компьютерные томографы в больницах по-прежнему востребованы, хотя пандемия коронавируса сходит на нет. В Минздраве говорят, сейчас врачи сталкиваются с большим количеством последствий ковида у пациентов. И точная диагностика очень важна. Нагрузка на компьютерные томографы остается высокой. То оснащение, которое было закуплено и которое будет использоваться и в дальнейшем, несмотря на оптимизацию, оно останется в тех лечебных учреждениях, где сейчас и функционирует. Если говорить о компьютерном томографе в Дубосарах и в Слободе, то, конечно же, эти аппараты будут продолжать работать, потому что стационары мы не закрываем, они работают и должны оказывать диагностическую помощь населению данного района. Не коснется оптимизация и отделений скорой помощи. Роль неотложки, наоборот, возрастет. Нужно будет своевременно доставлять пациентов из сел и районов в центральные больницы. Машин скорой помощи в Приднестровье достаточно, рассказала Кристина Албул. За последние 5 лет за счет государства приобрели 19 карет скорой помощи. Еще 20 купила компания «Шериф». Беспокоит тот факт, что нет сейчас кадров, которые обеспечили бы работу этой машины. То есть недостаточно бригад, и особенно эта ситуация остро в районах ощущается, особенно в Рыбницком районе, где бригад недостаточно уже на протяжении вот этих последних 2 лет. Врачи и бригады скорой медицинской помощи, где работают не только врачи, но и фельдшера, их недостаточно и работают 100% нагрузкой. Районные больницы закрывать не будут, подчеркнула министр. Свернут только пустующие и невостребованные койки. В случае ухудшения эпидобстановки в больницах смогут снова развернуть ковид-отделение. Опыт есть. Площади остаются. Площади мы никуда, в принципе, пока не задействуем, нигде их. Кровати тоже остаются. Мягкий инвентарь есть. Самое главное, чтобы лечебное учреждение было оснащено оборудованием, были бы специалисты и была в наличии медико-фармпродукция для оказания той или иной медицинской помощи. А развернуть койки – это самое простое. Кристина Албул рассказала, во время пиков ковид-волн были ситуации, когда госпитали разворачивали за 24 часа. Светлана Мартынюк, ТСВ.